13 сентября, день Киприана, назван в честь святого священномученика Киприана, епископа Карфагенского. В юные годы он был язычником и работал юристом. Осознав свое истинное предназначение, пришел к правильной вере. В итоге он стал искусным богословом и большую часть своих сочинений посвятил вопросам отступничества и причинам, которые его вызывают. Киприана считают создателем канонического учения о единстве церкви и первым африканским епископом-мучеником. В народе этот день называли «журавлиным вече». Считалось, что сегодня журавли собираются на лугах и решают, куда им отправиться на зимовку. Сегодня собирали урожай корнеплодов – свекла, картофель, морковь и клюквы. В народе существовало мнение, что клюкву нельзя собирать раньше этого дня. Это могло навлечь беду на человека. Мол, женщина может стать бесплодной, а мужчину нечистая сила сведет с ума, либо нечисть просто может человека в болото затянуть. Первый за клюквой в этот день отправляли человека, родившегося сегодня. В народе существовало поверье, что он должен знать места, где растет много клюквы. Из собранной клюквы готовили начинку для пирожков, варили кисели и варенье. Приметы. Если сегодня журавли курлычут и летят по небу неспешно, осень будет теплой и затяжной. Если журавли летят на юг не клином, а поодиночке, это к неурожайному году. Сегодня у нас в гостях у целебной кулинарии заслуженный артист России Карен Аванесян. А сам он, знаете, как себя называет? Артист-юморист. Ну да, артист разговора жанра. Всем сразу ясно и понятно. И в этом сущность человека. Он не хочет выделяться, но в то же время он хочет показать свой веселый нрав и свое легкое отношение к жизни. Все правильно, Геннадий Петрович. А вот с чем вы к нам пришли? Я вижу тут мясо. Геннадий Петрович, я хочу сегодня вместе с вами приготовить замечательное блюдо. Я скажу, у меня есть свой корыстный интерес, потому что это мое самое любимое блюдо. Называется оно хашлама. А что оно в переводе означает? Ой, в переводе я, честно говоря, не могу перевести. Я знаю, что это старинное армянское блюдо. И я знаю, что есть много рецептов приготовления хашламы. Есть, например, я чувствую, у вас аж слюнки побежали. Я в ожидании, когда мы начнем это все готовить. Ну, давайте. Ингредиенты у нас уже готовы. И какие ингредиенты? Что основном сюда входит? Ну, без мяса баранины, естественно, у нас ничего не получится. Самое главное. Причем ребрышки. Обязательно должны быть ребрышки. Это очень вкусно. И чтобы ребрышки еще молодого ягненка. Потому что, да, есть люди, которые любят готовить, например, вот это блюдо, готовить, скажем, в собственном соку, не добавляя туда воды. Есть, которые любят готовить, когда очень много воды, и это как первое у нас, как бы, первое блюдо. Мы возьмем средний вариант. Чуть-чуть воды, но в основном все это будет в своем соку. Я как раз немножечко подготовился насчет мяса, насчет баранины. Вы знаете, что я узнал? Очень будет интересно. Оказывается, от баранины образуется хорошая кровь. Ну, от основы организма, да, хорошая кровь, раз. Далее, мясо баранины способствует тому, что есть люди, у которых организм плохо обогревается. Так вот, она придает теплоту. И еще что самое интересное и самое, возможно, главное, выводит лишние ветры из организма. Не зря я все-таки люблю именно баранину. Это мое самое любимое мясо. Будет хорошая кровь, теплый организм. И, кстати, мясо ягненка более сочнее, нежели мясо взрослого животного. Поэтому надо, конечно, стараться брать, да, ягненка. Кстати, хашламу еще готовят из мяса молодого теленка тоже. Это второй вариант. Кто не любит баранину, например, есть люди, которые как-то им не нравится специфический запах баранины какой-то, все какие-то свои дела. Они делают это все, скажем, из телятины. И, кстати, добавляют в самом финале уже подготовки этого блюда, в самом конце уже целые картошки вот такие вот подбрасывают, уже, когда уже готово почти. Конечно, картошка-то быстро разваривается. Да. Но мы будем делать без картошки. Без картошки. И, кстати, это очень правильно. Почему? Потому что картошка с мясом не совсем сочетается. Зато я вижу, далее к этому блюду идет огромное количество зелени. Нам нужно очень много зелени, Геннадий Петрович, я заранее предупреждаю, потому что зелень дает особый аромат уже готовому блюду. Мы вначале его тоже, сейчас первое, с чего мы начнем, это мы начнем разрезать эту зелень. Давайте, я уже приступаю к зелени. И у
нас на дне должна быть зелень. Подушка из зелени. Да, такая, такая, да, подушка из зелени. Все очень точно. Давайте. Я тогда режу укропчик. Нормально? Давайте. А я возьму, если у нас этот самый кинза, петрушечка получит самое основное. Кинза, петрушка. Вот она, петрушки, огромное, ну, как количество. Много ее, да? Смотрите, сколько надо, столько берите. Давайте. И должен я сказать, что когда мы используем зелени. Слушай, я не могу такая большая. Ничего, ничего, ничего. Да? Как там это? Ага. Зелень с мясом используем, то мясо лучше переваривается и усваивается. Она не дает никаких вредных там последствий для организма. Потому что когда мясо и картошка, мясо и хлеб, ну это тяжеловато просто-напросто. Не, но здесь... Все разрезать? Геннадий Петрович, ну, в принципе, наверное, все, потому что у нас будут две волны, две подушечки две мы волны сделаем. Одна, да. Одна в начале, а другая в самом конце, когда мы уже все приготовим. Нет, Карен, неправильно говоришь. А. Одна подушечка, а другая одеяльце. Одеяльце, точно, да, точно. Одеяло уже в финале. Это хорошо. Ах, какой. Вот зелени много не бывает. Много бывает, к сожалению, помидора. Вот здесь надо быть очень осторожным. Потому что у нас помидор, как раз один помидор. Вот один помидор, нам, я думаю, что нам будет достаточно, мы его кольцами нарежем, колечками. А таким. Почему много помидора нельзя? Что он, знаете, он придает блюду особую какую-то кислоту. Кислоту. Оно становится кислым. Угу. Вот тут надо быть очень осторожным, чтобы не была такая кислятина у нас, не получилось, потому что все же в соку. А вот перчика можно и переборщить немножко, вот такого болгарского перчика, он своеобразный запах. Ну, и, давайте я попробую вот сейчас уже. И, кстати, а почему болгарский перец? Болгарский перец такой нейтральный продукт, который подходит для, и для мяса, там, и для хлеба. И более того, содержит такие внутри себя биологически активные вещества, которые дают нам крепость ногтей, эластичный суставов, сосудов и даже красоту волос. Правда, у меня уже выпали, но ничего, то, что осталось, очень красиво зато. Не сомневаемся. Так. Ну что, Геннадий вот. Петрович, это нам надо совсем немножечко. Вот половину того, что вы нарезали, половину того, что вы нарезали, мы можем уже положить сюда. Кладем. Давайте вот так. Ох, как душица. И, кстати, еще, что интересно заметить, вот эта вот, как бы сказать, подушечка будет способствовать тому, что при варке она будет вот эти все эти дух разрыхлять мясо, делает его конечно более таким нежным. И мы еще туда будем, вот сейчас давайте, мы будем еще туда добавлять, не забывайте, овощи. Давайте, давайте. У нас будет еще целый лук мы забросим сюда. Хорошо. Ну, я думаю, что уже вот это достаточно нам будет пока. Остальное мы оставим на потом, на финал. И можем потом немножечко надеюсь еще зелени немножко. Что сейчас нарезаем? Значит, сейчас мы нарезаем мясо уже. Мясо. Ну, давайте. На подушечку мы перво-наперво кладем мясо. Давайте, так. Как его надо нарезать? А вот видите, у нас очень удобно здесь все прям показано, Геннадий Петрович. У нас здесь есть вот такой патронтаж. Ребрышки. Да, вот эти ребрышки, ну, как раз вот они уже, видите, отмечены у нас, где, что и как резать. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!